Я думал, шутят с этими мешками. Нет, и правда. О, самый лучший отец. Не, Светлан, ну ты серьезно собиралась. Серьезно, видно сразу. Я вообще никогда не шучу. Я вон дом построил там на углу. И какие-то женские босоножки уже видела там. Я все рассмотрю. Ну, думаю, надо. Твою дивизию я не видал ни хрена, она уже видела. А может, пока меня нету, там поселился кто-нибудь? Ой, да ты что, ну спасибо. Дай чисто валить. Ой, а там и мне этот. Ой, вот так вот. Символики. Символики. Оба-на. Хлебнешь ты, горюшка, короче. Тихо, я снимаю, не трогай. А ты узнаешь твоя фотография? Моя? Около сетки ты меня фоткал. А, ну... Сашка вот оттуда взял. Ген, снимай баннер вверх. А? Баннер снимай вверх. Какой ты хочешь баннер? Вон, который хотел. Челябинск? Нет, нет. Хуже? Три столба поставили в этом году дополнительно. Все, переплюнули, ушли дальше уже. Я говорю, дальше уже надо было перевести. Прямо в начало. Так, а не понесете его в полку? Ну, посмотрим, не знаю. Пока. Так-то чего его крепить? Пока рано. Может быть, понесете, да. Все, я понял. Они все свалили на меня. Делал я, значит, ответственный я. Понял. Зачем? Вот эту вставляю. Корский брат, переехавший из Ямузулова. Здорово. Салам. Сколько дней уже здесь торчишь? Почернел уже весь. Сколько дней торчишь? Нормально все. Это я не мы-то. Вы где заняли места? А, вот поставили. Там я маленькую ставил. Ну я же с этим, с погранцами, значит, стали. А. Просто сегодня у меня много народу, поэтому я. Я понял, все нормально. Где там племянник, дети все приехали. Там вообще нормально, шикова есть лопаты. У вас нормально шикова есть. Если хотите ебаться, ебитесь. И вам не хворать, с приездом вас. Я остаюсь и на шестой день. Не крути электрики. Ну вот ты поставь машину. Ну если они грамотно прикопают. Ну а тут, господа карталинцы, да, Южный Урал. Все, вот ихний стан такой. Щечки прям розовые. Сколько это, бача, сколько это дома до твоего? 1760. А что, на машине ехали? Не на машине, на четверке. А вот эта, которая стоит там? Да. Это в лете приехал сюда? Это машина четверка. Нифига. Ну там, блин, угоришь, не ехал. Она у нас на Донбасс ездила, детишкам гуманитарку отвозила. Даже не отказалась ехать, когда узнала, что сопровождения не будет.
И когда эти детишки с такими счастливыми глазками начали кричать, казаки кушать привезли. До сих пор больно вспоминать. Ну я приветствую. Лишь бы потом, понимаешь? Любимому человеку с доброй душой, с хорошими руками. Плохого мужчину Гена не назову. А у меня друг такой есть, Геночка. Ну ты тоже знаменита довольно-таки. Представься, кто ты, что ты, чтобы те люди знали. Так, я с Южного Урала. Гаврилкова Светлана Борисовна. Я председатель комитета солдатских матерей. В нашем городе погибло 12 человек. Два афганца, награжденные орденом Красной Звезды, и 10 чеченцев погибли. Ну, в том числе у меня мой погибший сын. Светлая память всем. Так, у нас у пятерых осталось из 12 человек только 5 родителей. Остальные не вынесли боя, уже погибли. Ну, сегодня я, конечно, в восторге. На этом юбилейном второй раз приезжаю. Мне очень нравится. И сколько будет сил, столько я буду ездить. Даже несмотря на то, что завтра у меня единственная внучка выходит замуж, свадьба в Челябинске, я отклонила ее и еду на встречу с Геночкой и на юбилейную поляну. Шурави. У тебя есть возможность внученьке поздравления передать? Ой, с удовольствием. На всю Россию. Все, у нее же все-таки бракосочетание. Давай. Да. Дорогая моя внучка, единственная, любимая, Вика Гаврилкова и Володя Тулин, Владимир Владимирович, немножко и Пулин. Я вас от души поздравляю с законным браком. Всех вам благ, счастья, любви. Ну и не забывайте меня. Я вам подарила 100 тысяч переводом. О, да. О, бабушка. Да, 100 тысяч ящик водки, канистру 10-литровую, самогонки. Ну что ж, к твоему поздравлению присоединяется вся поляна Шуравистана. Да. Здесь народа. Моя внучка выходит в городе Челябинске. Город Челябинск, ну а поздравляет вся Россия, ближнее зарубежье и дальнее тоже в том числе. Ну что ж, всего вам доброго, побегу я дальше делать свое дело. Да. Потом все равно меня в первую скинешь. Тебя я скидывать не буду. Нет. Я просто выпущу фильм, где все это будет. Хорошо, давай. Все, бывайте здоровы. Целую, Света. Ты как всегда, братан, воюешь. Это мои друзья боевые бакшиш подогнали. Вот они, это чисто натуральный патрон, который вышибает мозги напрочь. Ясно. Я не буду все показывать. Не надо. Патронов на всех хватит, короче. У тебя что? Вот чем наша ветеранская дружба опасна и, как сказать... До сих пор приходится с оружием, да, делаем. Все приходим, приносим что-то друг другу, подарки. Там мины итальянки, стингеры лежат. Мины это я потом покажу по бомбе итальянскому. Противопожарная. Так, ладно. Раз пошла такая пьянка. Представься, кто что... Веклич Василий Владимирович, сержант Советской армии, командир саперного отделения, 278-я дорожная комендантская бригада, провинция Баглан, Ишлак Чаугани. Все понятно. Всем салам. Всем салам. Ну еще я хочу отметить, что Василий помог мне немножко в обустройстве бессмертного полка. Ладно, все. Кто будет выступать сегодня на этой сцене от объединения? Это мама погибшего Гаврикова Светлана Борисовна. Добрый день, дорогие ветераны, с праздником вас! Я всей души вас всех поздравляю. Спасибо, что вы живы. Спасибо молодым
девочкам, сестричкам, что наши дети вернулись домой живыми. В нашем городе, честно сказать, небольшой городок, погибло 12 человек. Двое с Афганистана и 10 с Чечни. Также не вернулся мой сынок, которому оставалось 14 дней. Но я все равно живу благодаря ветеранам боевых действий. С их поддержкой у меня сила. И магнит тянет на эту Погляну, где даже воздух особенный. Спасибо большое всем представителям администрации. Но самое большое, я думаю, вы согласитесь, большое спасибо красивому мужчине, самому лучшему, самому доброму, который весь год нас веселит, это Геннадию Брусинскому. Спасибо. А сейчас я вам зачитаю мое последнее письмо от сына. Зачем же ты, мама, плачешь во сне и видишь нерусские лица? Пока я воюю в далекой Чечне, со мной ничего не случится. Беда не придет в наш родной городок. Я это тебе обещаю. За слезы твои, за измятый платок я здесь никого не прощаю. А после Чечни я друзей соберу. И свадьбу я с Викой сыграю. И целую жизнь на земле проживу. За это я здесь умираю. Молоденький мальчик куда-то глядел большими-большими глазами, а рядом в кармане, пробитым насквозь, лежало письмо его к маме. Я скоро вернусь. Ты просто не плачь и не бойся. Я здесь не один и совсем не боюсь. И ты, прошу, успокойся. Не плачь, дорогая, чуть-чуть потерпи, и мы, как всегда, будем вместе. Опять напечешь ты свои пирожки и тихо споешь свою песню. Мам, ты знаешь, я очень устал. Ты жди, я скоро приеду. Молоденький мальчик куда-то глядел большими-большими глазами, а рядом в кармане, пробитым насквозь, лежало письмо его к маме. Встань, сыночек, я просила, встань, открой свои глаза. Сколько я вложила силы, чтобы вырастить тебя. Сколько ночек не спала я, когда в детстве ты болел. Так зачем же смерть лютая забрала тебя совсем? Встань, кровиночка родная, встань, мне ведь очень плохо. Твоя мама постарела, слезы выплакала все. Без тебя мне все не радость, без тебя лишь пустота. Встань, кровиночка родная, мне ведь плохо без тебя. Такие губы. Надо ярко искать в этот, надо там загоревший. Не смотрится. Не смотрится. Я просто черный. Да, точно.